Сегодня у нас 30 мая 2023 год. Время обеда без 22. То есть даже немножко задержались сегодня с обедом. Ну вот, с братом Николаем Георгиевичем садимся на обед. Он подготавливает чесночек. Любит здоровье свое поддерживать. Редко сказано. Надежда Васильевна нам, мы попросили приготовить ей обед. Она уже второй день нам готовит. Вот. Вот такой борщец она приготовила. Первый был тоже очень вкусный. Сейчас второй будем пробовать. Грибной суп она приготовила. Грибной суп, виноват тогда. Ага. Грибной суп, ага. Перепутал немножко. Так, что у нас еще есть? На второй она приготовила картофельную кашу. Какую картофельную кашу? Пюре? Да, это... Не русский ты. Русский. Как раз по-русски. Толченка, ты говоришь. Толченка, да. Толченка. Пюре с маслом. Со сливочным. Со сливочным, да, вот тут зеленый лучок порезали. Да, молоденький. Молоденький, так. Прям с грядочки. У нас тут есть сметанка. Сметанка, молочко. Майонез есть у нас еще. Майонез добавляем, да, по желанию. Хлеб пока сами не делаем. Да. Ну, ради... Экономия времени, да. Молочко вот у нас еще есть. Сотовый мед у нас есть тут. Геннадий, да, Павлович нас угостил. И чай утром запаривали, чай. Солодка. Нет, не солодка. Ну, ты же говорил, солодка. Нет, там в мешке лежала солодка. А это трава, это богородская травка. А-а-а. Почему сильный. Травка богородская, не знаю. Ну, так только здесь я пью такой чай. Нигде. Вот. И мне тут что-то одну чашку с города привезли, ну, так как бы с другими вещами. И вот она вот так вот разделяется. Я решил первый раз попробовать. Первое поесть, и второе сразу наложил себе в одной чашке все. И у брата Николая у нас, Георгиевича, сразу глаза тоже загорелись. На такую чашку. Ну, я не завидую пока. Да, ну, понятное дело, мы же верующие, не завидуем. Ну, присматриваемся. Ну, так что, немножко до обеда поработали. Погода хорошая стоит, солнечная. Дождь обещали там... Но дождя не было. Вот. Эти, мошка кусает, соответственно. Вчера меня вообще искусали весь лоб. Ну, вчера вот. Даже глаза припухли. Вчерашний вот уже проходит. Вчерашний, угу. Вечерний проходит. А сегодня утром зацепили. Да, опять? Да, вот две штучки. Да не такие вот ищут места такие. Ну, такие мелкие, а вредные такие. Да, незаметно, главное. Ну, это хоть не клещ, конечно. Ну, клещ, да, опаснее. Ну что, привыкать надо, чё ж. Ну да. Ну ладно, чё, ангелы за трапезой. Не видим, вот, да, предстоят. Ну всё, с Богом. Аллилуйя.